Всем привет! 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 Привет, Ур! Мы сегодня на бабушке сидим. На бабушке сидите сегодня, как интересно. У нас сегодня выходное, это значит, что мы выдвигаемся куда-нибудь в красивое место. Нет, мы не едем... Нет, мы не едем в отель. Мы эти выходные решили пропустить, потому что у меня экзамен. А так, может быть, куда-то и поехали бы. Вместе с друзьями поедем на завтрак где-нибудь, позавтракаем, а потом поедем... А потом поедем куда-нибудь на море покупаться. Да, на море. Так что приглашаю вас вместе. Комментатор. Куда поедем? Курочки кормить. Курочки кормить. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Приехали на место. Красивое-красивое место. Смотрите, горы здесь везде. Сейчас будем завтракать. Ну, я еще отдельное видео, конечно, записываю. Будет еще на другом канале. Завтрак будет отдельно. Мы с друзьями, как всегда. Вон они все. Или где они? Отсвечивать ничего не видно. Что там? Сумочка испачкалась. Испачкала? Ничего страшного. Катает он. Такие вот тут кайфушечки после завтрака. Там еще маленькая спит, от наших друзей тоже. Все позавтракали, хороший завтрак, прям хорошо поели. Мне нравится в разных местах разный завтрак. Кушайте, кушайте. Дети вон качаются. Уютно сделано, что разные качельки есть. Аккуратно только. Я вот это буду. А я буду похвалять. Керем, Керем. Керем. Стой. Мы приехали уже на пляж. Пляж Чиралы. И сейчас пойдем к морю. Дети уже вперед убежали. Я жду Ура, сейчас вместе пойдем. Но здесь, по-моему, нету ни шезлонгов, ничего нету. А мы, дурачки, забыли стульчики взять свои такие походные, пляжные. Короче, не знаю, как мы здесь будем, но сейчас посмотрим. Мы приехали уже на пляж. И здесь очень красиво, как вы видите. Здесь, конечно, потрясающая красота. Дети уже с бабушкой купаются. Мы расположились вот здесь вот за кустиками, прямо здесь шезлонги. Кстати, причем здесь шезлонги, получается, ресторанчик. Если вы в ресторанчике что-то покупаете, кушать или там попить, то шезлонги бесплатные. Это очень круто. Но мы уже позавтракали в другом месте, но все равно, так как мы здесь на целый день, мы вот как раз-таки на пляж. Пойдемте посмотрим, как там детки, конфетки мои купаются. Я что-то уже накупалась, мне кажется, в море, хотя всего, мне кажется, за этот год я раз 5, наверное, максимум купалась. Но как-то уже вот, не знаю, смотрите, как классный столик, такой стульчик. Ой, вообще, прям для этого, для зонтика. Очень удобно. Ох, какая красотища. Со мной купаться? Такие волны, я не хочу туда идти. Крем, а я что-то не очень хочу купаться. Да очень тепло. Дай, дай, потрогаю. Ох, какие игры у детей. Вон бабушка купается, иди к бабушке.
Давай, я тебя за ручку. Нет, у тебя один жилет этот на рукавнике, потому что второй мы не знаем где. Ой, бабушка. Я сегодня в новой накидочке такой купила. В этом пенте. Купальник, кстати, тоже такого же цвета. Бабушка, такой нежный цвет, прям красивый. И вот уже на пляже. Супер погода. Обожаю выходные на море. Сегодня у нас не отельный такой отдых. Немножко. Но все равно круто, конечно. Привет. Мне понравился очень вот здесь вот отель, видите, где такие вот шезлонги, там какой-то типа Олимпус, бунгало, что-то такое, и там все такое зеленое-зеленое, прям все в этих, в пальмочках, прям, мне кажется, очень клевый отель, и на берегу, конечно, я думаю, что он дорогой, ну, скорее всего, потому что все отели, которые здесь находятся, они все, конечно, дорогие. Здесь очень классная бухта, конечно. И что самое хорошее, вот если летом здесь отдыхать, здесь море не такое там, как парное молоко, как там, я не знаю, в Коня-Алты или в Ларе, или в Аланию, я вообще молчу, там вообще очень теплое. Здесь оно такое немножко свеженькое прям. Где там наши друзьяшки?
заказали миди. Ты тоже будешь, Кирилл? Да, каптан. Каптан. Каптан mı? Баклан. Энтелгеде yemek mi yediniz orada? Ya biz geçen sene orada мы уже выехали, ну, в сторону дома, так скажем. И как раз вот едем вот по дорожке. Это вот есть Чиралы, здесь очень много кафешек. И пляж, и все в таком классном стиле. Ой, смотрите, там, кстати, черепашьи эти. Ограждено, где зона черепахи, где яйца. Откладывают или как их там переносят туда. Вот. И мы сейчас вот уже выезжаем. Ну, такое чисто спокойное, тихое местечко, где можно остановиться. Кто любит такой спокойный, тихий отдых?